Ну что, девочки, всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Как и обещала, я вам в видео «Покупка в Фикспрайс» я обещала вам рассказать и показать, как вот этот вот имбирный чай. Термокружка. Дело в том, что она немножечко греется. Имейте в виду, она не идеально холодная. То есть чуть тепловатая, но держать можно. И сейчас дегустейшн будет вот этого чая. Так. Ну, как вам сказать, острый. Сладкий, острая сладкая вода. Вот. Так что, я бы не стала второй раз покупать, и вам, в принципе, не рекомендую. Не очень хорошая штука, легче просто в обычный чай добавить имбиря. Это чисто был эксперимент. А вы продолжайте смотреть. Девчонки, забрала заказ в Фаберлик. Он был мне доставлен очень быстро, серьезно. Во-первых, тут у нас новый каталог, вот такой. Это Риса Уизерспун, насколько я знаю. Ай, новое что-то выходит у них опять. У них каждый каталог новинки, каждый каталог что-то интересное. Все нужно смотреть и ознакомливаться. Так, заказала себе кроссовки. Давайте, знаете как, я все достану, чтобы не шуршать, и покажу вам. В принципе, тут одни новинки, из-за чего я сделала заказ, из-за вот этих вот новых средств для тестирования. И почему-то я давно смотрела на вот эти вот мягкие кроссовки. Внутри они мягкие, вот здесь они мягкие. Мне кажется, они будут очень-очень удобны. Рошечка, что случилось? Сейчас артикул вам скажу, это размер 40. Артикул у них... где он? Где? Блин, девчонки... Найдете артикул. Вот, 88-54-08. Так, еще не мерила, кстати говоря, хотя обычно на пункте выдачи мерю. Так, смотрите, заказала вот это вот новое шампунь, который у нас идет 250 мл, артикул 77-21. Это совместная коллаборация с Японией, шампунь. Вот такая бальзам. Кстати, я не увидела маски, я думала, тут будет маска еще. Питательный бальзам для всех типов «Сакура». 77-24, ну-ка занюхать. А, закрыто? Вот, хочу шампунь. Ну, приятная отдушка в стиле Фаберлик, такая сладковатая. И взяла себе вот такую маску на тестирование. Это восстанавливающая маска для волос. Артикул... Где ты? Артикул... Артикул... 77-26. Так, дальше заказала новую линейку Эксперт. Это крем для сужения пор, вот такой. Артикул у него 78-84. У меня точно такая же линейка от Эксперт есть для с кислотами. Очень классная. Потом клей, это маска для глубокого очищения. Clean Up Mask. И роллинг гель для очищения пор. Очень интересно. Так, у маски 78-82 артикул. У вот этого роллинг-геля 78-81. И, девчонки, на пробу, по вашим советам, заказала я парфюм. Вот такой, он не очень дорогой, артикул у него 30-45. Это, где-то до 700 рублей, вот так. Так, все открою, хочу посмотреть, девчонки, вот это вот все хочу посмотреть. Ну, в принципе, как я и думала, стандартные флакончики. Вот он, роллинг-гель для очищения пор. Я так думаю, это пилинг-скатка. Крем для уменьшения размера пор. Так, и так, маска для глубокого очищения. Вот это все хочу попробовать, очень. И таким продуктом нужно где-то неделечку на затест. И парфюм, вот смотрите, как он выглядит. Мне кажется, дизайн очень даже неплохой. По отдушке. Это цветочный аромат. Активный тут пион. Мне сразу бьет в нос почему-то пион. Я не знаю, на мой нюх. Вообще я ароматы описывать не умею. Глядите, какая тут крышка красивая. Вообще ароматы описывать не умею. Но это цветочный аромат. Слегка с горечью какой-то. Послевкусием горечи. Я не могу описывать. Но как-то тяжеловатый. Достаточно он тяжелый. Я не знаю, как он будет на лето. Но на осень очень даже ничегошный. На осень, на зиму. И такой, мне кажется, он больше не молодежный. То есть после 30 лет он больше носибельный будет. По поводу стойкости ничего не могу сказать. Вот, так что буду тестировать. Сейчас еще замерю кроссовки. Я мастер на выезде. Да, я сегодня мастер на выезде. А? Покажись, как я тебе подстригу. Давай, ходи, ходи, тут освещение хорошее. Вот. Ну-ка, за уши убери. Ой, ну красота. Красота, девочки, прямое каре. Без филировки кончиков. Это мы пока что так сделали. Я так думаю, и в принципе, до филировка кончиков и не надо. Не надо мне филировку, они мне так истончаются. Классно вообще, да? Mm-hmm. Сейчас
челку срастишь, и вообще будет замечательно. У меня, кстати, сильно вот так вот прям удлиненная не идет. Потому что тебе сильно короткие нельзя с твоим объемом волос. Да. А я завтра пойду на стрижку. Я не знала, что она мне сделает, но я знаю, я. Ладно, пошли. Бабушкин палисадник. Я а что у нас за деревья хоть насажал? Ой, тут все, у них тут у меня жасмин. Жасмин? Селфи? Да, селфи. Сейчас и я у вас там. Здрасте. Ну что, девчонки? Продолжаем с вами влог. Я на губы нанесла крем жирный Бора Плюс в качестве маски для губ. Мне кажется, должно быть нормально. Вы посмотрите, как я пока что пристроила полку. На самом деле, ей будет или это же место, или же другое в ванной. Мне очень нравится ее многофункциональность, что тут можно, например, сделать ну вот так, как вариант, видите, да? А вот эта вот штука у меня тоже из фикса под сыворотки. У меня тут очень много сывороток. Также вот такие спонжи большие. Ну, тут все оборудовано так, как мне нужно. Тут альгинатные маски, это там щетка моя для умывания. Ну, чтобы было все под рукой. Но пока это временный вариант. У меня сейчас будет время. Вот. И я уже смогу как-то тут все организовать. Что мы с вами делаем? Сейчас утро. Я уже сходила в душ, все, сделала свои дела, умылась. И я хочу вместе с вами немножечко поделать процедуру. Так как я сегодня собираюсь сделать все свои дела накопившиеся, плюс еще я собираюсь сходить подстричься, вот, поэтому... Так, как нам бантики сделать? Так, наверное, да? Вот, красиво сейчас все сделаем. Поэтому я хочу поухаживать за своей кожей, заодно мы с вами протестируем новую серию, которую я вам показала от Faberlic. Идет она для... жирной кожи, вот это. Что могу сказать, вот кое-где, на самом деле я ее уже один раз воспользовалась, и на самом деле, повторяюсь, да, у меня очень интересная кожа, и это не касается там какой-то привычки ее, просто когда я перестаю за ней следить активно, то есть недоочищаю, ну в каком плане недоочищаю, то есть могу не сделать там макияж, смыть это все гелем для умывания, потом типа протереть тоником, нанести крем и все, и лечь спать. Если я так делаю, то кожа у меня начинает вот вырабатывать вот такую штуку. То есть это прыщик, который я уже брала, все, вот тут вот у меня прыщик, вот здесь у меня начинают прыщики. Опять же, я знаю, откуда ветер дует, но у других, если возникает при нормальном очищении, при хорошо подобранном уходе, если возникают такие проблемы, то посмотрите, это может быть или гинекология, или еще что-то, или кишечник, то есть прыщи просто так не возникают. У меня просто закупоривание пор. И поэтому я сейчас стала и с утра делать активный уход, и вечером. И кожа моя мне говорит спасибо, если учесть, что у меня тут и шрамы, и чего только нету. На самом деле расширенные поры, все такое, я за ней стараюсь блюдить. Прям вот хорошо, чтобы я и не накрашенная чувствовала себя комфортно. Иногда я так делаю, на самом деле, когда я выхожу не накрашенная, у меня высокий риск того, что кое-где у меня прыщик-то и вылезет. Потому что кожа не защищена. Вот крем мне не дает той защиты, что дает тональник. Так, отвлеклись. Значит, я умывалась вот такой вот пенкой Renovage. Да? Артикул 0791. И сейчас вам покажу ту серию средств, которые мы с вами сегодня будем тестировать. Во-первых, сейчас попробуем, ну, точнее, я второй раз буду делать, а вам покажу впервые. Это вот такой роллинг-гель 7881, вот такой. Гель мягко отшелушивает органические клетки, глубоко очищает поры от загрязнений, излишков кожного сала. После применения кожа становится чистой, гладкой, упругой. Лицо приобретает отдохнувший вид. Я не сказала бы, это не пилинг-скатка в привычном понимании. Это уже идет гель с такими мелкими скрабирующими частичками. И когда вы начинаете им работать по коже круговыми движениями, он не образовывает эти вот скатки, так скажем, просто как бы... елозится абразив более-менее мягкий, деликатный по коже, и за счет этого вот этот вот эффект отшелушивания. В принципе, можно с утра использовать, но я вообще сторонник того, чтобы ни скрабы, ни пилинг-скатки, ни еще какие-то средства, которые идут направлены на отшелушивание, не использовать с утра. Иначе, когда просто вы воспользуетесь этой пилинг-скаткой, например, нанесете сразу свою сыворотку, крем, и приступите к макияжу, у вас высокий риск того, что будет закупорка пор. Или же, если вы уже активно
ухаживаете за своей кожей, знаете ее реакцию на тот или иной продукт, как делаю я. Я могу с утра сделать пилинг-скатку, но при этом я потом делаю очищение. Это определенное количество времени очищения и увлажнения. И после этого, после увлажнения, у меня поры закрываются, и я уже наношу макияж. Также праймер обязательно, чтобы это все, вся декоративная косметика и грязь с улицы не попала на кожу. Ну, в общем, вы меня понимаете, да, я такой, как возомнила себя экспертом. В общем, дальше идет у нас с вами масочка для глубокого очищения 78-82. Вот, кстати говоря, она мне понравилась. Вот у меня тут был товарищ, вот пятнышки, да, и очень хорошо убирает. Мне кажется, тут есть в составе кислоты, как мне кажется, но опять же, тут может быть и нет. Так, и крем. Крем вот такой для уменьшения пор, тоже воспользовалась им всего один раз, 78-84. Вот такой. Видите? Видите, да? Он очень странный, как мне показалось, потому что как таковой он эффекта сужения пор не дает. То есть он просто очень такой вот матовый крем, напоминает вот стандартные матовые кремы, а-ля там вот такой мне попадался в коробочке красоты, ничего сверхъестественного. Еще что-то, вот именно матовый крем для создания матовой кожи, для жирной кожи. Но опять же, я такой не очень люблю, объясню. Потому что когда кожу сильно заматируешь, потом уже она начинает еще больше вырабатывать этого кожного сала и еще больше кожа жирная, понимаете, да? Поэтому лучше увлажнение нормальное давать, и все, и кожа будет прекрасно себя чувствовать. Вот, кстати говоря, у меня есть еще вот такая линейка средств, но я ее сейчас пользоваться не буду. Это серия Expert, тоже очень классная, вот это вот Faberlic Expert серия, и вот это вот Faberlic Platinum, вот это вот, ну, более-менее такая подороже серия. Очень мне понравилось, это у меня только сыворотка, но я планирую себе еще заказать что-то для там шеи, для декольте, понимаете, у меня 25+, мне уже пора активно ухаживать за вот этой вот всей областью, чтобы потом меньше себе колоть в дальнейшем, там за 30 лет мне будет и так далее. Я все-таки сторонник того, несмотря на то, что мне говорят, куда ты столько на себя мажешь, такая молодая, я сторонник того, что... готовь сани летом, чтобы потом мне не офигевать от того, сколько мне нужно всего там затянуть, подтянуть, я лучше буду постепенно ухаживать, все равно ухоженная кожа, она выглядит более здоровой, более молодой. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны, и я никому ничего не навязываю. Так, значит, у меня есть химический пилинг вот такой, с ахокислотами, 12-18 артикул, хороший. Вот этот вот тоник, обновляющий ночной лосьон с ахокислотами, тоже классный, 12-14, и микро... дермообразия, энзимный микропилинг. Артикул 1228. Все. Больше у меня ничего нет. С Faberlic Expert. И там вышла серия для, по-моему, возрастной кожи, что-то из разряда подтяжки, но я много каталоги смотрела. Вот ее все тоже закажу. Потому что вот реально неплохие продукты за среднюю стоимость. То есть это не прям бюджетно-бюджетно, но 400-300 рублей, я считаю, это нормально для ухода. Так, погнали. Берем мы с вами вот этот вот. Я его называю не пилинг, а ну-ка, не утекай, не утекай. Вот, видите, я не знаю, будут ли видны частички. Не видно, да? Такая прям легкая субстанция с такими вот легкими скорбившими частичками, деликатными, я бы даже так сказала. Вот эту область я стараюсь активно массажировать, но опять же не сильно, не сильное нажатие делайте, потому что кожа имеет свойство... даже жирная, даже пористая, даже толстая, вот как моя. Если на нее сильно нажимать и не делать деликатное очищение, то она может мне сказать: здравствуйте, микроповреждение, здравствуйте, раздражение. Вот аккуратненько так вот, чуть-чуть. Шею нам не надо затрагивать, нам только вот тут. Шею мы только затрагиваем очищение, если маски какие-то делаем очищающие. Вообще любые маски, девчонки, носите на шею, на декольте. Конечно, расход бешеный будет, но шея, декольте – это первое, что стареет. Дай бог, у меня не постареет, потому что у меня жирная кожа. И вообще, я помню момент, когда у меня была проблемная кожа, прям капец какая проблемная. Сейчас у меня вообще, можно сказать, идеальная. Вот. И все меня успокаивали одной фразой простой. «Зато ты стареть будешь медленнее». Ага, сказали мне, если учесть, что мне все дают как минимум 36, 37, 38 лет. Девочки, вот так. Но я на самом деле не обижаюсь. Я уже привыкла к этому. Сколько вот канал веду? Почти 4 года. Ну, активно я имею в виду. Я уже привыкла, честно. И мне настолько как-то, ну... С одной стороны, я понимаю, что как бы люди все разные, и взгляды у всех разные, они имеют право на мнение, но
И одновременно я понимаю, что человек, особенно девушка, она понимает, что возраст, если вот указывать на возраст, что там выглядишь старше и так далее, что это может как бы, ну, задеть чувства. Я понимаю, что для чего это делается. И третья сторона того, почему мне дают побольше катков, потому что у меня речь другая и рассуждения немножечко иные. Но опять же, я считаю так, что сколько дают все мои? Ну, 30 и 30, ну, 40 и 40. Ну, что я могу теперь сделать, девчонки? Ну, как говорит моя мама, ну, не умереть же тебе пойти, потому что тебе много дают. Да, говорит, пофиг вообще. Ну, в принципе, моей маме тоже в 20 лет, когда она поехала с отцом на Украину жить, ей давали 30. Так что нормально. У меня генетика, девочки. Моей бабушке 70 лет. Я, конечно, не могу ее сфотографировать нормально, то есть она не любит фотографироваться. Вот, но ей дают как максимум 55 лет, не больше. А она у меня не особо как бы ухаживает за собой, не так, как я, не так, как мама. Вот, поэтому... И мама, кстати, не особо ухаживает, если честно. Вот то, что я ей даю, она у меня даже половина не помнит, что у меня находится. Она подходит ко мне с флакончиком и говорит, что для чего? Я говорю, увлажнение пойдет. То есть вот так происходит у нас. Так что, когда вы просите меня рассказать что-то про уход мамы, она правильно сказала в тот раз вопрос-ответ, говорит, что Алена даст. Вот и все. Смотрите. Вот, видите, что происходит? Чуть-чуть есть вот этот эффект перинсадки, но опять же, вот эти частички, они изначально были, они просто выросли. И все, мы аккуратненько все это дело снимаем холодной водой. Ну, прохладной желательно, комфортной для вас. Ну, вот смотрите, финалочка. Кожа гладенькая, наполированная, блестящая, как видите. Да, хорошо очень пошло. Дальше, очищение. Возьмем мы с вами маску, вот эту вот от Faberlic. Потом я хочу, знаете, что сделать? Два варианта. Или я еще делаю подтяжку от Organic Kitchen. Наверное, скорее всего, нет. Потому что она сейчас раскраснеется, лицо. А мне идти еще не хочу. Вечером я лучше сделаю. Вот вечером от нее эффект классный. Хотя я обожаю эту маску. Уколы красоты от Organic Kitchen. Она своеобразная, но она дает хороший эффект лифтинга. Лично мне. Так, значит, маска. Повторюсь, артикул 7882. Сейчас покажу, как она выглядит по консистенции. Но мне кажется, это как вот глина. Глина, кремовая глина, вот. Нет, не фокусируйся на моем лице. Вот, видите? Так, чуть-чуть нанесла сначала, а там уже определимся. Вообще, я в последнее время что-то перестала пользоваться кисточками и начала просто пользоваться руками. Почему так, не знаю. Ну, а сейчас для видео, типа, кисточка, я ж молодец такая. Вот так. Значит, по какому эффекту это все работает? Мы с вами отшелушили кожу. Теперь мы ее очистим. Дальше увлажняющей маской, нашим дальнейшим уходом, мы закроем поры. И вот этот крем тоже нанесем, он сузит и закроет нам поры. И все, пожалуй. И отлично, и хорошо. Кстати, я для вас готовлю видео, которое, ну, как бы, ну, правильно выразиться, непривычный формат для моего канала, но я хочу попробовать. Мне кажется, в принципе, должно зайти. Вот. Также прически хочу внедрить активно, ну, именно на короткие волосы, потому что я знаю, что много девчонок, смотря на меня, стригутся под каре. Потому что очень много мне в директ там задают вопросов по поводу того, что как называется твоя стрижка. И все. И поэтому я считаю, можно всякие разные прически. В принципе, мне кажется, что каре, неважно какое, дает намного больше вариантов причесок, чем длинные волосы. Вот это я вам по собственному опыту говорю, потому что когда я делаю длинные волосы, кто не знает, это у меня волосы на заколках. Когда я делаю длинные волосы, у меня фактически вариантов несколько. В принципе, я могу и косы заплести, и все такое. Но когда я делаю каре, я могу как-то завернуть, повернуть, провернуть, и у меня получаются разные постоянно укладки, прически. Так что мы с вами как-то поиграемся с этим форматом и посмотрим, что нам больше понравится, ну точнее вам, и в той сфере будем развиваться. Вот, потому что постоянные покупки, я понимаю, что это больше интересно моей аудитории, там покупки, там косметика и так далее, но мне хочется как-то другой уже, ну не то, что в другой, в этой же стезе двигаться, но как-то больше расширение сделать моменты, да, расширение тематик видео. Еще что хотела сказать, по поводу пустых баночек, вот многие мне говорят, что, ну как, многие недоумевают, почему... У меня каждый раз видео столько банок и так далее. Я прям прочитала комментарии, просто немножко подбалдела.
100 раз я говорила о том, что не заканчивается у меня все это за месяц. Это заканчивается в конкретном месяце. Девочки, это две разные вещи. Кто не понимает, я для тех объясняю. У меня очень много косметики. Почему? Потому что я блогер, потому что я люблю тестировать. Да даже не потому, что я блогер, потому что я люблю косметику. Все. Точка. Я знаю, что много моих подписчиц, которые также любят косметику, у них тоже очень много банок, даже больше, чем у меня. Плюс еще, мы пользуемся вдвоем с мамой. Шампунями, вдвоем с мамой тониками, мицеллярными водами, такими расходниками, я имею в виду, кремами, масками. И поэтому, естественно, это еще быстрее заканчивается. Я не, как написала девочка, что она и утром, и днем, и вечером, и в обед мажется. Нет, девчонки, я не утром, днем, вечером, в обед мажусь. Это такое, знаете, немножечко ошибочное представление. Утром и вечером, да, я провожу процедуру, но, опять же, не всегда. Бывает мне так лень, что я ничего вообще не делаю. Вот, но я заставляю, я поднимаю свою жопу, простите за мой французский, с дивана, когда мне что-то лень делать с кожей, и делаю, потому что я прекрасно понимаю, что у меня есть вы, это прям классный стимул, у меня есть вы, потому что вы, глядя на меня, тоже пойдете себе и сделаете, скажете, вот, Аленка делает, там буквально 5 минут 15 занимает эта маска, я себе тоже сделаю. Ну все, пожалуй. Что-то я растранделась сегодня, да? Поэтому не нужно думать, что пустых баночек много, и это в конкретном месяце, за месяц я использовала. Нет, бывает там мне пустые баночки по полгода я использую, и бывает и 3, и 4 месяца. Нет. Так что, какой раз уже объясняю, люди не понимают. Так, все, насколько нам и надо ее оставить, эту маску? 15 минут. Ну все, через 15 минут увидимся. Точнее, через секунду. У вас это будет прям секундочка. Прошло 15 минут, и я вам хочу сказать, что маска подсыхает. Действительно, она подсыхает и немножечко стягивает вот эту вот область. А чем смываю маски? Вот таким вот спонжиком продается. Это Face Cosmetics, продается в обычном магните и в магнит косметик. Я его мочу хорошо, затем отжимаю и потом уже убираю маску. Все. И очень-очень хорошо все смывается. Все, сейчас смою и покажу вам. Пока кожа красная, не совсем понятно, что вообще за эффект был, но поры чистенькие. Вот поры. А, не, не видно будет. Вот. Прям светленькие. Классно, кстати говоря. Дальше что делаем? Так, мне нужна сыворотка для глаз. Мне нужна... Так. Чуток нанесу ее. Дальше беру патчи. Это у меня от Релуи. Вот эти. На Белорусе заказывала. Так. Так. Убираем жидкость лишнюю, чтобы патчи приклеились. Вот так я убираю. Об руку. И уже потом клеим. Все это дело занимает 10 минут. Я имею в виду, маску мы сейчас нанесем, патчи. 10 минут и все, нанесли уход. Ну, имею в виду, смыли маску, нанесли уход и все. И побежали. В общем и целом, уход без заморочек, без болтовни моей, занимает полчаса. Ну, вот у меня лично. При желании это как бы вы нанесли маску, пошли попили кофе, там, помыли посуду, если есть. Многие на утро просто оставляют посуду, поэтому я и говорю. Но у меня бывает тоже иногда оставляю. Там, заправили кровать и так далее. Поели, позавтракали. Все это можно совмещать при желании ухаживать. Так, ладно. Но я, конечно, не говорю, девчонки, за всех. Пожалуйста, не переворачивайте мои слова. Вот. Дальше берем маску. Маска для глубокого увлажнения. Вот такая от Кафе Мими, тоже на Белоре заказывала. Девчонки, хорошая, классная, правда, маска. Бюджетная и очень хорошо работает. Особенно на жирной коже, потому что она дает за счет вот этой вот гелевая текстура, она дает именно столько увлажнения, сколько нужно на утро. Так, берем кисточку и наносим. Ну, кстати, приятно пахнет. Не пойму, правда, чем, но приятно. Так. Дин-дин-дин. Вот так. На брови тоже наносим. Не скупимся. Ну, мне нравится эффект. Мне кажется, даже волосы на бровях увлажняются. Ну, имеется в виду, брови увлажняются. Волосы на бровях, что я сказала. Так, вот эту именно гелевую маску можно по желанию было бы нанести и на шею, и на декольте. Но так как я в футболке, что же я раздеваться, что ли, буду перед вами? Нет.
ж, 15 минут и на губы хочу нанести. У меня есть еще блистекс вот такой мятный. Классный бальзам. После вот этой вот штуки хочется еще что-то нанести, потому что губы капец. В таком состоянии, как будто я их, не знаю, что, иссушила сильно. Ну, возможно, потому что я 2 дня не пользовалась бальзамами. Вообще никакие. Вот эта губа у меня каждый раз тут лопается. Все. Через 15 минут встретимся, нанесем уход. И наши процедуры закончились. А я пойду пока занимаюсь делами. Ну, красотка, точно, красотка, красотка. Да шучу я, девчонки. А то подумайте, что у меня самооценка очень высокая. Ну, кстати говоря, мне многие писали видео по душам, что там по видео по душам, когда я говорила про отношения, про все такое, написали, что Алена там вообще зазналась, что самооценка у тебя высокая, на самом деле ты мо обычная, ну, чему это я, вот, и что ты из себя мнишь. Девчонки, я из себя ничего не воображаю, просто люди путают немножечко любовь к себе, когда ты начинаешь любить себя, это со стороны немножечко может смотреться как, ну, как вам объяснить, как будто ты зазналась. Я не зазналась, мне кажется, обычный человек. У меня, если бы я зазналась, девчонки, первой, кто дал бы мне люлей, это была бы моя мама. Она против зазнайка, она против того, чтобы люди, которые работают в интернете, блогеры там, еще кто-то, они зажирались. Вот она против этого, и она бы первая бы мне как подзатыльник бы дала, если бы я там начала как-то зажираться или еще что-то. Единственное, что минус во мне сейчас появился, это то, что я не успеваю всем отвечать. У меня директ заполнен, я не успеваю, я не могу, понимаете? Это нужно сесть и где-то час времени, два уделить, чтобы там ответить, что-то рассказать, там, если кто-то что-то спрашивает. Но у меня на это времени, к сожалению, нет, но я стараюсь постепенно его разгребать. Вот, а так это, в принципе, все. Да. А еще по поводу окрашивания, что хотела вам сказать. Это последнее предупреждение, нет. Просто многие девчонки мне пишут, например, из недавних сообщений. Алена, у меня, если я осветлю волосы на 9% окислителей, протонирую на полторашки, норм будет? При этом я не вижу человека ни волосы, не знаю истории. Может быть, до этого на палетом там красилась, понятное дело, да, 20 лет. Естественно, на 9% окислителе не осветляют волосы. И, девчонки, если вы планируете домашнее осветление, хотя я это делать строго не рекомендую, лучше пойти в салон к проверенному мастеру, благо сейчас они есть, как бы у них есть и соцсети, можно посмотреть, почитать отзывы и так далее. Пойти к мастеру. Если же вы решили уже делать сами, выбирайте максимально низкий процент окислителя при осветлении, если вы осветляете всю длину. Почему? Потому что низкий процент окислителя дает вам больше времени на воздействие порошка на волосы. Это первый момент. Второй момент, он дает более чистый и равномерный результат. Если вы берете сразу шестерку, девятку, не дай бог двенашку, вообще на мою сторону не смотрите. Двенашка, как нам объясняли на обучении, когда я училась, это сколько было, 10 лет назад, да? Мне объясняли так, что двенашка идет для афроамериканских волос, очень плотных, толстых, для азиатских волос. И ни в коем случае нельзя, чтобы это все попадало на кожу головы, иначе сожжете. Так вот, 9% окислитель дает сразу эффект вот этого сжигания волос, это первый момент. Второй момент, он сразу выбивает пигмент там, где он не сильно засел. И получается у вас пятнами, кое-где у вас светлое, кое-где у вас какой-то цвет а-ля там ржавый, и кое-где у вас остался, может даже остаться вот этот вот черный. Поэтому, девчонки, если выбрали, то 1.5% окислитель, лучше сделайте процедуру в 2 подхода. Ну, у вас, во-первых, сохранится качество волос более-менее. Понятное дело, чуть посуше станут. И второй момент, у вас будет равномерный результат. А равномерную базу, чтобы вы знали, равномерную базу легче всего тонировать. Потому что когда база неравномерная, кое-где она взялась одним цветом, вторым, третьим, пятым, десятым. Но вообще, если вы черная, черные у вас темные волосы, я все-таки рекомендую выходить милированием. Милирование, оно более щадящее, это первый момент. Второй момент, если где-то у вас что-то там неровно, это все тонировкой скроется и будет очень красивый эффект. Постепенно милирование вышли, соответственно, мы понимаем, что волосы это не тот момент, не тот материал, который восстанавливает. Так же, как и ногти, они не восстанавливаются, они просто отрастают, вы их срезаете, имеют после наращивания, да, вот эти тоненькие, если у вас есть.
там. Все зависит от ситуации. И все, и как бы новые ногти, они более крепкие. Также с волосами. Вот это кончики, да, которые у меня очень сухие, вот здесь, после осветления. Вот, после осветления, после моря, они у меня прям вот суховатые. Но тут еще более-менее нормально, вот тут они были суховаты. Вот, они от сухости, два варианта, они обламываются, и второй вариант, они просто не восстановятся. В любом случае, это просто чисто визуально, их сохраните на своей голове, но они у вас не смогут, даже если вы купите средства за 30, за 40, за 50 тысяч, они у вас не смогут восстановиться, вы должны это понимать. Все это только срезание, обрезание. Нет, все это только срезать, чтобы вы понимали. И раз уж я заговорила про цвет волос, девчонки, менять я пока ничего не планирую. Вот пока ничего не планирую. Я не могу сказать как-то наперед, там многим не нравится этот цвет волос, мне нравится. Как бы. У меня на что, у меня есть знакомый, на что он такой, знаете, не шибко как-то обращает внимание на внешний вид девушек, неважно, его эта девушка или просто подруга. Он такой, когда меня увидел с этим цветом волос, я пришла, что-то, знаете, у меня косички были два, там такая красивая прическа из косичек. И он такой, цвет волос огонь. Я такая, ты заметил, говорю, цвет волос? Он такой, ну да, мне очень нравится, и мне нравится. Вот он красивый такой, золотистый, на камере он смотрится более желтоватый, но в жизни он прям карамельный, теплый блонд. Подтонируешь и замечательно, вообще круто. И что мне еще нравится, вот смотрите, сколько у меня корней отросло, чтобы вы понимали, вот столько. Пока ничего, я зареклась ничего пока не делать. Посмотрим, что будет дальше. Если у меня, дай бог, отрастут корни, я все вытерплю с моими чешущимися руками. Вот, я, дай бог, вытерплю. Я, когда у меня корни отрастут, как тогда, в 2013 году я отращивала волосы, я год не красила, они у меня такие вот были. Если так отрастут, естественно, будет некрасиво. Тут один цвет, там второй. Я просто штопкой пойду в салон, и мне сделают милирование по всей голове штопкой. К своему мастеру Каринке. Вот, все. Сказала вам. У меня, наверное, минут 10 уже осталось. Я тут трындю столько. Вот, так что, девчонки, не обижайтесь на меня, когда я вам говорю, что... Когда вы просите у меня совета, я говорю про то, что я не знаю, чем тебе помочь, потому что я не знаю твои волосы. Вы не обижайтесь на эту фразу, это не потому, что я не хочу вам помочь. Это потому, что я не знаю, как правильно сделать. А если я что-то посоветую, не дай бог, у вас не получится, или вы как-то неправильно меня поймете, и потом будете обвинять меня в том, что у вас там посеклись волосы, или же они отвалились. Поэтому на это не обижайтесь. Все, встретимся с вами через 10 минут, получается, да. Смыла маску, сняла патчи. Лицо просто сияет здоровьем, красотой, молодостью. Так, теперь мы, знаете, что будем делать? Мы протрем лицо тоником. Тоник я буду использовать вот этот, восстанавливающий. Хороший тоник, он вязкий такой, я вам рассказывала в видео. Не могу сформулировать, как правильно сказать. Ну, достаточно такой вот интересный по эффекту. Он и лифтинг обладает вот такой каким-то действием, лифтинг я имею в виду. И плюс еще вдобавок очень хорошо тонизирует кожу. Вот даже какой-то вязкий, не могу, блин, описать. Что же за штука-то такая интересная? Так, дальше. Сыворотка. Сыворотку я выберу. Так, факт. Где у меня с цинком и неоцином? Вот она. С цинком и неоцином вот эти вот сыворотки факт. Мне присылали целую такую рассылку их, и половина у меня уже позаканчивалась. С цинком и неоцином вот такая сыворотка, она идет для проблемной кожи. И для кожи, которая склонна к высыпанию, к воспалению. Я ее пользуюсь только с утра, вечером я люблю более такие масляные текстуры, потому что массажик сделать можно и так далее. Так. Нанесла. Мало. Не знаю, у меня лицо жрет эту сыворотку. Нанесли. И теперь перед кремом я беру массажер. Ой, какая дискуссия была по поводу того, что массажер, оказывается, ну, не помогает, девчонки, помогает. Если делать все систематически такой уход, ну, то есть не забрасывать и не делать раз там в месяц массажер, то все работает. Так, перед применением протираю вот эти вот штуки хлоргексидином. Так лучше.
Так что он же у меня лежит. Он хоть у меня чистенький, но у меня лежит-то в ванне, и на нем пыль может собираться все равно, как будто не убирался, пыль есть. Девчонки, многие говорят, что нужно делать не так, как я, вот так, а вот так нужно. Типа больше кожа захватывается. Я сначала вот так делаю. То есть туда, сюда, туда, сюда. Туда, сюда, туда, сюда. Ну, вот так вот, сколько я на глаз. Есть. Теперь что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Развернули. Раз. Видите, сколько захватывается кожа? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Но сильно глазам не надо. Три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На красноту кожи не обращать внимания, это кровь приливает туда. И вот где губы? Раз, два, три, четыре. Вообще сначала надо было вот это, ну ладно. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По 10 раз, не больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Последнее. Раз, два, ну, блин, у меня не получается. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Дальше берем просто вот такими движениями кожу немножечко приводим в тонус. Можно даже чуть похлопать. Дальше, перед нанесением крема, и обязательно этот этап нужно просушить. Сыворотку просушить. И вот этот вот тонер. Ну, любой тонер, какая-нибудь освежающая водичка, термально, неважно. Наносим. Мобильник. Все. О, девочки, у меня эта лампа не работала. У меня одна перегорела. Я думала, сейчас я поменяю ее, куплю вот эту энергосберегающую лампочку. Тут же не все лампы подходят для этой штуки, которая вот у меня светит. И тут раз она резко заработала. О, классно, наконец-таки нормально вы меня видите. Хорошее освещение. Теперь. Ждем, пока просохнет это все дело. Перед тем, как наносить крем, я нанесу еще ход за глазами. Это гель от Faberlic, Айсиул, артикул 0905. Прям вот на пальчик чуть-чуть нанесу. А лишним не будет. Вокруг глаз нужно ухаживать намного тщательнее. Такими движениями. Вот на вот эту область я залазю, потому что вот тут щурюсь. И плюс еще сухость, там вот теней. Ну, теней скульптора, смотри, что наношу. И вот такой вот массажик легкий делаю, пока у меня впитывается все вот это вот бугайство. Скажет, вот туризм, времени много с утра, что она типа может себе позволить так ухаживать. Девчонки, я уже здесь пробовала не ухаживать, получается полная опа. Поэтому лучше ухаживать. У меня даже мама в этом убедилась, она что-то раз забросила уход. Говорит, ой, что я там типа заморачиваться буду, все такое. Ну и что, и потом она такая, не-не-не, надо, у меня тут, там сухость и так далее. Теперь крем для уменьшения пор размера. Тут рекомендуется использовать курсом менее 30 дней, тут 40 мл. И или на Т-зону наноси, где расширены поры, или же на все лицо. Я буду тестировать на все лицо, потому что жирная кожа, понятное дело. Что нам обещает? Артикул 7884. Уменьшение размера и диаметр пор, контролирует процесс уплотнения кожа вокруг пор, смягчает и выравнивает загрубевшую поверхность, регулирует секрецию сальных желез, освобождает поры от содержимого, постепенно стягивает поры. Постепенно стягивает поры, но посмотрим обязательно. Но я вам хочу сказать одно. Вот это вот все, типа затирка пор, стягивание пор, это все временный эффект. Никогда ни одно средство вам не стянет их навсегда, потому что это строение кожи, ну вот поры, вот это все, это строение. То есть, ну как бы это от природы идет, вы понимаете, да? Так.
формат очень удобный, не нужно лазить в банку. Вот так я. Раз, два, три. Классно. Ой. И теперь вот такими круговыми движениями. Почему круговыми? Потому что, чтобы, ну, как бы, затирка порта сработала у нас. Что ж мы зря здесь сегодня собрались. Массаж, коллеги, тоже не надавливаем на кожу. Вот так вот подушечками. Какой как сходить с короткими ногтями. Подушечками все массажируешь, везде достаешь. Все прекрасно. Сюда еще хочу. И вот так еще можно легкий массаж сделать с помощью пальчиков. Массаж – это все, я считаю. Ну и все. Вот такая у меня кожа получилась. Девчонки, я надеюсь, вам вот эта вот вся моя ванна была в этом влоге тоже интересна и полезна. Продолжайте смотреть влог. Запоминаем причесон то. И через буквально секунду, но у меня это не секунда будет, а будет результат после. Вот. Па, девчонки, вот моя стрижка. Это прямое каре, только единственное, что мне уложить по-своему надо, это, можно сказать, без укладки. Просто феном посушено, градуированное прямое каре. Вот, в следующем влоге, да и в принципе в следующих видео, вы можете посмотреть, как это будет выглядеть в нормальном моем привычном состоянии. Девчонки, на этом мы будем влог заканчивать. Я вас всех очень сильно люблю, целую и...